Семечки Лёва. Для времени любого. Спрашивайте в магазинах города. Один из самых проблемных городских перекрестков Ефремова-Спартака наконец обзаведется светофорами и пешеходными переходами. Чтобы обеспечить безопасность движения на этом участке, здесь установят светофоры для транспорта и пешеходов, дорожные знаки и перильные ограждения, нанесут дорожную разметку. Всего на эти цели выделен 1 миллион 770 тысяч рублей. По словам специалистов, именно этот перекресток будет оборудован потому, что здесь происходит большое число ДТП, и рядом находятся детская больница и школа номер 2. Сейчас мы занимаемся монтажом, и работаем с Курганской генерирующей компанией по техприсоединению. Но я думаю, что к 1 августа мы его постараемся запустить. В ближайшее время в Шадринске за счет средств Дорожного фонда Курганской области планируется установить в общей сложности 20 дорожных знаков, 4 светофора для транспортных средств и 8 для пешеходов. Кроме того, будут оборудованы парковки возле школы номер 2 и лицея номер 1. Предполагается, что это будет сделано до 1 сентября. По словам Татьяны Тугановой, в настоящее время в соответствии с поручением президента Российской Федерации идет разработка технического задания для создания комплексной схемы организации дорожного движения. Это очень будет большая работа, но я думаю, что в 2018 году у нас будет эта схема готова к концу 2018 года. Эта схема будет предусматривать вообще в целом организацию дорожного движения и безопасность как пешеходов, так и транспортных средств. Значит, вот что там будет потом уже предусмотрено, это, я думаю, что будут очень дорогостоящие объекты, сама программа, но в любом случае будем уже двигаться в соответствии с этой программой.